Приглашаю на занятия. Вот. И для начала, для тех, кто, может быть, сомневается, кто не понимает, как и что, можно, ну, кто в записи будет смотреть, ехал я в такси тут на днях и разговаривал с молодым парнем, 30 лет человеку, ну, в том числе про здоровье, он сетовал, что вот все разваливается, уже старый там и так далее. Я говорю, ну попробуй, может, как-то чем-то там бегать, прыгать, там йогой позаниматься, может, как я вскользь. Он говорит, не-не-не, йога, это же у меня колени болят, мне вот сидеть больно, это же надо вот сидеть в лотосе. И вот это вот в лотосе, я так удивился, я говорю, а в смысле, почему надо в лотосе сидеть? Я вот за много-много лет занятий ни разу никого в лотос-то не сажал. Ну вот, вот это, ну такой стереотип, что я йогой не могу заниматься, там надо в лотосе сидеть. Ну, вроде не сидим в лотосе. А в начале, в конце, ну, периодически мы садимся, естественно, это одна из поз. Но это не лотос, а просто удобная поза, скрестив ножки. А мне несколько уже человек писали, что не могут сидеть, и вот получается, сейчас я еще отъеду, получается, что, ну, вот какая-то такая поза, очень неудобно, как-то вот так неудобно. От чего это происходит? У нас укорачиваются мышцы сзади, вот сзади, ну, то, что сзади тазобедренных суставов, у нас вокруг тазобедренных суставов очень много там сочленений, сухожилий, и вот укорачиваются вообще вся задняя поверхность, и как только мы же вот стоим, вот мы стоим, да, и любое наклон, вот это скругление у нас натягивает всю заднюю зону, а здесь нам нужно вообще бедра на 90 градусов согнуть, и вся задняя зона, вся задняя линия натягивается, если она не эластичная, если она не адаптирована, ну, и, ну, к движению, да. Задняя поверхность ног натягивается и не дает, ну, туда сложиться, про складывание, вот эти сидения и складывание, это за счет проворота в тазобедренных суставах таза. Вот этого. Вот то, что вчера мы делали, вначале вчера тренировка все-таки состоялась. Вот. И я на каждой тренировке делаю акцент на то, чтобы заднюю поверхность, чтобы таз провернулся. Задняя поверхность у нас была активной. Понятно это? Вот кто будет сейчас на линии, мало у нас людей, голосовало там 20 с чем-то человек вот, за то, какую тренировку проводить. Новые голоса появились, и прокачка всего тела побеждает, осознанная прокачка, и разные отделы позвоночника беспокоят. Ну, там у каждого свое. Ну, соответственно, что делать? Общая тренировка с проработкой всех отделов позвоночника, мышц, это примерно то, что я обычно делаю в разных вариациях. И использую также техники цигуна, суставные, различные гимнастики, разминки и прана, ямы. Ну, посмотрим, что сегодня будем делать. Ну, вот хотелось бы акцент вот на все-таки... Йога – это не поза лотоса, ну, чтобы было понятно, да, это далеко не поза лотоса, это психофизический тренинг, направленный на развитие способностей, различных способностей, ну, в частности, управление собой, своим психоэмоциональным состоянием, своим умом, то есть управление, контроль над умственными, над движениями ума, читта-вритти-ниротха. Контроль движений ума, контроль над флуктуациями ума. Или, ну, кто-то переводит остановка внутреннего диалога, ну зачем? Ну, остановили внутренний диалог, он все равно возник. Контроль.
Внутренний диалог можно остановить такой, или хатха-йогой такой хороший, или каким-нибудь дыханием, или еще чем-то. Это все можно сделать, но это не значит, что это управляемый процесс. Хорошо, давайте поуправляем нашим состоянием. И первое, что почувствуем, это традиционно. Давайте 4, запомните, 4 момента. Тяжелый низ, точки опоры, позвоночник, легкий вверх, макушкой вырастаем вверх и дыхание, ладошка на живот. И на вдохе у нас движение, диафрагмы обязательно чувствуем в виде выпячивания живота. И как бы мы вырастаем, вот эта вот привычка, как если делать стоп-медитацию в течение дня, чувствуете, что что-то вот пошло не так, эмоции, там еще что-то, мы постановились буквально на минутку, почувствовали вес, легкий вверх, позвоночник, состояние всех отделов, совместили центр головы, центр таза и центр грудной клетки в одну линию, вертикаль, если мы стоя находимся, и почувствовали дыхание. Вот это стоп-медитация, мы с этого начинаем, это чтобы как привычка была. Привычка медитировать, очень хорошая привычка. И из этого состояния мы немножечко так заутелешились. Из этого состояния мы двигаемся дальше. Давайте подвигаемся. Вот нам достаточно для старта сегодня. Подвигаемся тазом. Попробуйте покрутить. Вот нам сейчас будет интересно ощущение вот этих тазу, спина, живот, тазобедренные суставы. Давайте в одну сторону. 2, 3. Прокручиваем таз. 4. В другую сторону. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Почувствовали, что меняется в этой зоне. Теперь голову опустили головой в одну сторону. 1, 2. Вдох-выдох. 3, 4. Не выходим из ощущений. У нас как фон всегда мы чувствуем, что бы ни происходило, в другую сторону. 1. В другую сторону двигаемся. Мягко чувствуем ощущение в шее. 3. И что бы ни происходило, мы возвращаемся в свои ощущения, в телесные ощущения. 4. Угу. Теперь можно включить мышление. Вспомните, как вы проснулись, какие были состояния, мысли, сны. То есть мы включаем мышление, не теряя тело. Чувствуем тело. И вспоминаем утро, оно у нас, может быть, совсем у кого-то было, ну, у большинства такое коротенькое, мы вспомнили, проснулись, что было, какие мысли, вот важно, какие мысли возникали, что нас и куда ведет. Ну и кого-то вот привело к экрану телефона, телевизора, компьютера, да, что и куда нас ведет вот это. Вспоминаем. То есть мы включаем мышление, мы управляем своим мышлением и не теряем ощущений в теле. Тело – это индикатор. Любое изменение психоэмоциональное в теле будет отражаться. Давайте дальше тело утелешиваться будем уже более конкретно. Руки на таз, дальше крутим, стоя уже, совмещаем ось, макушка, грудная клетка, таз. Ну, сейчас
ось центр таза начинает у нас вокруг этой оси двигаться, да? В другую сторону. В другую сторону. Руки можно на поясе держать. Хорошо. Дыхание. Дыхание позвоночником. Раскрылись, вдох. Выдох, закрылись, закрутили руки. Лопатки растянули. Вдох, раскрылись. Лопатки свели. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Выдох. Теперь руки на вдохе в стороны. Вдох. Раскрыли, раскрутили. Выдох. Вдох. Раскрываемся. Всю линию переднюю почувствовали. Всю линию заднюю. И еще переднюю линию. Вдох. Выдох. А теперь только плечи. Давайте. Только плечи. Вдох. Только плечи. Выдох. Только плечи, кисти, руки. Вдох. Лопатки вниз. Лопатки вверх. Выдох. Лопатки вниз. Вдох. Выдох. Теперь поочередно. Давайте. Левая лопатка, левая рука вниз закручивается, правая вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Пробуем одну лопатку приподнять, другую опустить. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Опускаем руки. Почувствуйте плечи, руки, пальчики. Запускаем энергию в пальцы. Сжимаем, разжимаем. Сжимаем, разжимаем пальцы. Интенсивно достаточно. Руки вверх. Вытянулись. Сжали, разжали, сжали, разжали. Ага. Руки в стороны. Сжали, разжали. Угу. Вытянули пальцы. Вытянули. Вперед вытянули. Пальцы вверх, вниз. Прямые. Включаем кисти, запястья. Чувствуем пальцы. Оттопыриваем пальцы друг от друга. Давайте по круговому движению. По кругу. Рисуем круги. В другую сторону. Рисуем круги. Сбросили. Почувствовали кисти. Теперь когти сделали. Толкнули тыльные части вперед. Пальцы вверх, вниз. Вверх, вниз. 4, 5, 6. Покрутили. Раз, два, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Другую сторону. Сбросили. Сбросили. Встряхиваем. Встряхиваем, встряхиваем кисти. Плечи встряхиваем. И все тело. Хорошо. Вот уже пошла энергия, да? Давайте встряхиваем, встряхиваем. Я пока сниму. У меня тут прохладно достаточно. Окна нараспашку, там дождь идет. Но я уже хорошенько разогрелся. Но мы дальше будем идти. Встряхиваем. 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 И переходим в скручивание. Есть определенный набор ежедневных обязательных действий. Ну, по крайней мере, я так определил для себя. Это, ну вот, то, что мы делаем, то, что я рекомендую делать, чтобы чувствовать силу, гибкость, то есть развивать в себе силу, гибкость, выносливость.
замолаживать ткани, двигать суставчиками. Хорошо. Двигаем суставчиками. Угу, остановились. Теперь суставчиками внизу двигаем. Носочки, пятки. Носочки, пятки. Поднимаемся на носочки. Давайте походим сегодня. На носочках походим по коврику. Назад, вперед прошлись по коврику на носочках. Теперь на пятках. Давайте пройдемся в одну сторону, в другую сторону, на пяточках, на внешних частях. Назад прошли, вперед, внешние, внутренние, внутренние, походили, прям потопали. Хорошо. Еще раз поперекатывались. Давайте вот по такому круговому движению на стопах. Круговое движение проделали ступнями именно. Угу. В другую сторону. Чувствуем стопы, колени. Колени, таз. От состояния стоп у нас позвоночник напрямую зависит. Да? Растопыриваем пальцы. Растопыриваем, как на руках. Сжимаем, растопыриваем, сжимаем. Обязательно ходить босиком, растопыривать пальцы, особенно вот у кого склонность большого пальца загибаться, мизинца, это плохая история, очень плохая. При ходьбе, давайте еще раз, имитация ходьбы, мы двигаемся по внешней части стопы, от большого пальца к мизинцу, и потом по всем пальцам, хоп. Выходит нагрузка на все плюсные и пальцы до большого. Чувствуем большой палец, мизинец, пятка. Арочку приподнимаем. Арочка – это наша пружинка. Помним, да, у нас пружинки, амортизаторы – это стопы. Дальше голень, жесткая поверхность. Амортизатор – колени. Давайте следующий амортизатор подвигаем. Вот у нас колени вот так двигаются. Сжимаем, сгибаются, разгибаются. Давайте по кругу подвигаемся. Угу, амортизатор. Дальше. Бедренная косточка. Жесткая. Следующий амортизатор – таз. Подвигаем тазом. Таз. Вот он. Должна быть подвижность в разные стороны. Подвигали. Следующая тазовая кость – жесткая. Давайте по ней. Раз, два, три. Ну, не по ней, а врата ног откроем. Паховые складочки бьем и ягодички бьем. И ягодички бьем. Хорошо. Теперь постучали по крестцу. Вот она жесткая. Это жесткая поверхность. Дальше у нас амортизатор поясницы. Опять вот движение. Прогиб, антипрогиб. Амортизатор. Грудной отдел. Жесткий. Постучали. Грудину, давайте, вилочковую железу пробудим. Вилочковую железу, делаем вдох. Выдох. И по лопаткам постучим, вот так. Постучим по лопаткам и по грудной, по точке легких, вот так. Точка легких – это под ключицей, мякоть такая, не грудина, а с боков. Не совсем сюда, а вот буквально 2 сантиметра справа и вниз. Попробуйте попасть на точку легких. Дальше у нас шейный отдел мягкий. Подвигали вперед-назад, вправо-влево. Один из самых уязвимых. Хорошо. Опустили вниз. А, нет, наоборот, вытянули вверх, посмотрели вправо-влево. Хорошо. Надеюсь, меня слышно. Тут барабанит так. Субтропический ливень начался. Хорошо.
Ну, для Питера, видимо, это для наших краев нередкость. Вот. И жесткая поверхность. Шея мягкая, да, ну, то есть амортизатор. И жесткая голова. Давайте постучим. У нас череп состоит из пластинок. И от состояния мышечного шлема, давайте постучим, затылок, затылочные бугры, под ушами, за ушами, над ушами, лобные доли, надбровные дуги. Вот где-то, может быть, чувствительно, вот постукайте во всех местах и найдите чувствительные места. Вот везде разные должно быть ощущения. Косточки одна относительно другой двигаются. Если где-то натяжение есть, напряжение будет чувствоваться, встряхиваем мозговую жидкость мы таким образом. Очень это простукивание, очень хорошая процедура. Шею тоже постучали. Мышцы шеи, подбородок, скулы, виски. Ушные раковины тоже постучали. Все простукиваем. Поразминали пальцами кожу, мышцы, шею такими щипковыми движениями. Челюсть, скулы, вот жевательные мышцы. Жевательные мышцы. Челюсть отводим челюсть вниз, справа, влево. Хорошо. Виски еще раз растерли. Почувствовали разницу вот сейчас. Здесь у нас по рукам тоже фаланга, жесткая, суставчик, жесткая, суставчик, жесткая, суставчик. И вот так пошло. Давайте мы просто это простучим. Плечо вниз, вверх. Вниз. Вверх, вниз, вверх, плечо, плечо, раз, два, три, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, раз, два, три. Почки почувствовали, раз, два, три. Вот область почек погладили, вниз пошли по пояснице, крестец, ноги. Пальцы ног и везде простукиваем хорошенько паховые складочки в конце. Раз, два, три. Почки. Раз, два, три. Хорошо. Угу. Почувствовали все тело. То есть у нас все состоит из мягкого и твердого, мягкого и твердого. То есть подвижного, жесткого, подвижного, жесткого. И вот одно относительно другого, оно все время двигается. Да? Если мы не будем двигать, то будут суставчики деревенеть. Мышцы не будут доставлять туда микроэлементы и выводить отходы. Ну, мышцы, кровеносная система в мышцах. Хорошо, давайте пальцами ног цепляться за коврик и двигаться вперед. Цепляемся за коврик, двигаемся вперед. Немножечко прошлись по телу. Теперь мы его встряхиваем, все. Тело нужно любить, трогать его, шлепать его, гладить. Стучим, проносим растопыренные пальцы. Сжимаем, разжимаем и получаем удар в пол. Это следующее вот для меня обязательное действие. Это активировать вот таким еще образом стопы и постучать все тело. Вибрация по телу, вибрационная гимнастика. В книге «Активное долголетие» у академика Микулина это одно из упражнений, которое рекомендуется. Ну, всем, кому за, я бы назвал это за 25. После 25 начинаются уже необратимые процессы. Поэтому, ну, учитывая возраст свой,
Вот мне сейчас 51. Я делаю обязательных вот таких вот штук по нескольку раз в день. Иногда просто состояние выравнивается. Если все хорошо, ну, не особо делаю. Но часто в неудобной позе вот посидеть, долго не думать, решать что-то. Тело куда-то пропадает и потом начинает как-то щемить. Ну, вот такие штучки. Давайте ножки вместе. Дыхание. Еще одна наша целый раздел, который с дыханием связано много чего. Связана жизнь, да? Жизнь. И вот давайте вдыхать жизнь. Вдох. И нужное. Мы вдыхаем нужное, выдыхаем ненужное. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Выдох. Комплекс делаем уджайи в яяма, руки через стороны, уджайи, вдох, на носочках потянулись, выросли, выдох вниз. На носочках вверх, вдох, выдох вниз. Вдох, контролируемый вдох. Руки, смотрим, насколько они ровненько поднимаются. Плечи. Выдох, грудная клетка поднимается. Теперь пальчики соединяем. Вдох, смотрим на пальцы, прогиб. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки вперед вытянули и в стороны развели, раскрывая ладошки. Вдох. Назад. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, остановились. Вдох, выдох продолжается. Движение убираем. Чувствуем позу, стопы, колени, тазобедренный таз, поясницу чувствуем. Грудной отдел, шея, выстраиваем все в одну линию, вырастаем, но позволяем телу качаться, не напрягаем тело, не сковываем. Все, вот, все достаточно мягенько, мы, вот, мягкие. Почувствуйте, что мышцы мягкие, мягкие, и они могут сжиматься при желании. Отсюда у нас сигнал идет, сжимание. Разжимание, вытягивание. Хорошо, предлагаю сегодня пройтись по базовым сурья-намаскарам. Сурья-намаскарам, не склоняется, наверное, сурья-намаскар, базовым техникам приветствия солнцу различных школ. Йога-терапевтический вариант самый здесь уместный в начале. Давайте. Йога-терапевтическая сурья-намаскар, буду называть их. Руки перед грудью, вдох. Выдох. Продолжается уджайи, вдох. Дыхание. Кончик языка на верхнем небе. Выдох. И с удовольствием вдыхаем, вдох. Приоткройте окошко, если возможно, выдох. Руки вниз, через стороны прогиб, вдох. Двигаемся с удовольствием. Руки через стороны вниз, выдох. Повисли головой. Правая нога назад. Широкий шаг, колено на полу, вдох. Вот такой красивый выпад делаем. Выдох, собака головой вниз. Втянули живот.
Колени в пол, вдох. Прогиб. Выдох, планка. Опустились на живот. В планке. Вытянули живот, ребра поставили, вдох. Вдохнули. Ладошки под плечи, собака головой вниз. Выдох. Втянули живот. Правой ногой шагнули вперед. Колено в пол. Вдох. Вытянулись. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Исходное положение. На вторую ножку вдох. Более интенсивно начинаем дышать. Выдох. Левая нога назад. Вдох. Шаг. Выпад. Выдох. Собака головой вниз. Втянули живот. В кошке вдох. Колени в пол. Планка, выдох, вытянулись по горизонтали и согнули руки. Вдох, прогнулись, руки убрали. Выдох, ладони под плечи, собака головой вниз, втянули живот. Левая нога вперед, колено в пол. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Исходное положение. Второй вариант. Давайте сделаем Патабхи Джойса, основатель школы Аштанга Виньяса. Йоговская техника. Сурья Намаскар А и Сурья Намаскар Б. А. Вдох. Прогиб. Выдох. Наклон. Посмотрели вперед, вдох. Отшагнули двумя ногами в планку нижнюю, выдох. Собака головой вверх, вдох. Из планки. Собака головой вниз, из планки. Пробовали. Выдох. Пять дыханий, втягивание живот, вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Голова висит, подбородок на грудную клетку. Выдох. Втянули живот. Подтягиваем мышцы промежности и подбородок на грудную клетку. Три банха, три замка. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Толкнули живот. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Посмотрели вперед, шагнули двумя ногами. Вдох. Смотрим вперед. Выдох, наклон. Руки через стороны, с круглой спиной поднимаемся. Вдох. Отлично. Выдох. Вариант исполнения Б. Присогнули ноги. Стульчик, вдох. Утката асана. Выдох. Наклон, живот на бедра. Посмотрели вперед, вдох. Нижняя планочка, выдох. Чатуранга дандасана. Потянулись вперед и вверх, вдох. Прогиб. Собака головой вниз. Выдох. Давайте. Левая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Пятка в пол задняя. Пятка задняя в пол. Руки через стороны вверх. Вдох. Вирабхадрасана. Ага. Планка. Выдох. Прогиб. Вдох. Собака головой вверх. Собака головой вниз. Выдох. Правая нога вверх. Вдох.
шаг вперед, выдох, задняя пятка в пол, выдох, наклон, ой, не наклон, планка, выдох, собака головой вверх, выдох, собака головой вниз, выдох. 5 дыханий. Дышим, втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Давайте с движением. Посмотрели вперед. Вдох. Посмотрели назад. Выдох. Втянули. Вперед. Вдох. Назад. Выдох. Втянули. Вперед. Вдох. Назад, выдох. Втянули. Вперед, вдох. Назад, выдох. Втянули. Подшагнули двумя ногами. Вдох. Выдох. Вытянулись в наклоне. Согнули ножки. Поднялись. Как бы присаживаясь на стульчик, вдох. И вытянулись. Выдох. 3 дыхания. Осознаем позу. Чувствуем, какие изменения происходят. И давайте следующий вариант. Шивананда, школа Шивананды. С вами Сатинанда Шивананда. Там есть вариации всякие. Ну, у меня прижилось несколько. Давайте вот одну сделаем. Там она, может, второй круг будет с усложнениями. Всякими ответвлениями. Вдох. Прогиб. Ну, в общем и целом, это чередование прогибов и наклонов. Выдох. Давайте это сделаем. Поднимаемся вверх. Вдох. Опускаемся вниз, выдох. Вот тоже обязательное. Вдох. Очень мощная виньяса. Выдох. Призгибаем ноги, чтобы не было дискомфорта в пояснице. Вот призгибаем. Выдох. И еще раз вдох. И у нас все время, давайте, выдох, руки, только руки. Вот у нас прокручиваются в плечевом поясе, да, вдох, выдох. Понятно, да, вот это действие? Давайте еще раз прогиб, вдох. Наклон, выдох. Правая нога назад. Вдох. Давайте здесь выдох останемся. Левая рука вверх, вдох. Выдох, задняя ножка прямая. Правая рука вверх. Вдох. Вот такие варианты паршвуканасаны. Выдох. Хорошо. Угу. Теперь здесь же, в этом прямом шаге, выползаем ножкой чуть-чуть вперед и в сторону, а руками давайте под ногой. Согнем ручки и попробуем вытянуться, вытянуться, вытянуться и опуститься вниз. Понятно? Вот я под ногой поднырнул в упоре. Хорошо. Возвращаем ножку, поднимаемся вверх. Вдох. Выдох. Планка. Планки, дышим, вдох, выдох, вытягиваемся, макушка вперед, пятки назад, вдох, выдох, на левую ручку перешли, стандартный вариант, прямое тело, вдох, выдох, теперь таз вверх, рука за головой, вдох, выдох, теперь
Нога вверх по возможности. Вдох. Выдох. Сгибаем ножку, ставим ее сзади. Толкаем таз вверх. Вдох. Выдох. Садимся. Вдох. Сели. Выдох. Колено. Левое колено, правое колено вверх. Теперь отталкиваемся правой ногой. Левая прямая. Опять прогиб. Вдох. Выдох. Хорошо. В планку вернулись. Вдох. В планке. Боковой. И таз вниз. Выдох. Таз внизу у нас. Левый бок натянулся. И правая рука тянется в противоположную стеночку. Левым ухом в потолок. Левым ухом в потолок. Хорошенько потянули бок. Давайте и на этот бок укладываемся. Пошли у нас вариации. На этот бок укладываемся вот так. Ну что ж, мне не влезть. Пальчики вот так. Пальцы стоят таким домиком. Хорошо, приподнимаем ребрышко и ножки. Вот, пальцы правой руки держат. И мы весь бок сжимаем. Правый сжимаем, левый вытягиваем. Хорошо. Отпустили. Легли на живот. Отжались. Планка. На правую руку. Обычный вариант. Тело прямое. Вдох. Выдох. Таз вверх. Рука за головой. Вдох. Выдох. Пробуем ножку поднять. Левую. Вдох. Выдох. Сгибаем ногу. Ставим на носочек. И таз вверх. Прогнулись. Вдох. Выдох. Таз вниз. Вдох. Колено. Видно там? Согнуто. Таз вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. В планочку перешли. Боковую. Вдох. Выдох. Легли. Сели тазом правым. Вытянули правый бок. Правое ухо вверх. Левыми пальчиками потянулись. Вдох. Выдох. Легли на правый бок. Ножки вверх, подмышечную впадину вверх, голова вверх, вдох, выдох, вдох, выдох. Легли на живот, отжались, вдох, планки, выдох, колени в пол и грудную клетку кладем между ладоней и подбородок кладем. Таз вверху, 8 точек на полу, дышим, вдох, выдох, отсюда в кобру выходим, таз внизу, кобра, вдох, связку делаем, кобра, выдох, ложимся, руки вперед, вдох, руки под плечи, выдох, кобра, вдох, давайте, выдох. Ручки вперед. Вдох. Вытянулись. Выдох. Кобра. Вдох. Выдох. Руки вперед. Вдох. Выдох. Кобра. Вдох. Выдох. Руки вперед. Вдох. Выдох. Хорошо. Кобра. Вдох. И собака головой вниз. Выдох. Угу. Дышим. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Следующий. Агни Сарадхаути. Вдох.
Выдох, двигаем стенкой живота. Втянутый. Хорошо, вдох. Выдох. Левая нога вверх, вдох. Шаг вперед. Выдох. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. В наклон. Ножки вместе. Руки через стороны с круглой спиной. Поднялись. Опустились. Выдох. Можно руки опустить и почувствовать, что сейчас ощущается, что сейчас происходит. Как переживается данный момент, как он проживается. Ну, фактически мы такой в динамике медитируем. И давайте дальше, проживая каждый следующий момент, ладошки перед грудью, смотрим вот это действие. У кого-то напряглись плечи, да, опустили. Плечики, лопатки расправили вниз. Прогиб не уходим. Сутулость не уходим, посерединке. Руки через стороны, вот здесь прогиб, вдох. А вот здесь наклон, выдох. Давайте повисим здесь, вдох. Голова висит, выдох. И еще висим, вдох. Выдох. Висим, вдох. Выдох. Висим, вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вот они, задние поверхности, где включаются. Давайте таз проворачиваем, проворачиваем. Встаем на носочках, вдох. Встаем, стоим на носочках, выдох. Втягиваем живот. А теперь пробуем на пальцы встать. Так, перекатились через пальцы и встаем на пальцах. Видно? Вот, на пальчиках стоим. На согнутых. А вот может быть необычно, да? А вот может быть совсем непросто. Непросто. Хорошо, обратно. И шаг назад, левой ногой. Левой ногой вытянулись, широкий шаг. Левая рука внизу, правая вверх. Развернулись, вдох. Выдох. Правая рука внизу, левая наверху. Вдох. Выдох. Хорошо. Ножку чуть-чуть вперед. Дышим. Ладонь под ногу. И пробуем с широким таким хватом рук опускаться вниз. Вдох. Посмотрели вперед. Выдох. Опустились вниз. Вдох. Выдох. Отлично. Поднимаемся. Ножку ставим на место. Вдох. Выдох. Вирабхадрасана. Поднялись. Вдох. В планку перешли. Выдох. В планке будет динамика. Вдох. Выдох. Правая рука вверх. Вдох. По желанию сгибаем руки. Выдох. Или не сгибаем. Вдох. Выдох. Подняли правую руку вверх. Вдох. Выдох. Левую руку вверх. Вдох. Выдох. Можно не сгибать. В чатурангу не переходить. Вдох. Вот такое положение. Выдох. Вдох. Планку удерживаем. Выдох. Или сгибаем руки. Вдох. Выдох.
Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Колени в пол. Грудная клетка и подбородок в пол. Выдох. Дышим. Вдох. Выдох. Левая нога вверх. Вдох. Выдох. Выпрямили правую ножку. Вдох. Выдох. Исходное положение. Вдох. Выдох. Правая нога вверх. Вдох. Выдох. Левый выпрямляем. Вдох. Выдох. Опустились. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Хорошо. Здесь подышали мягенько. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Согнули ножки. Согнули. На пяточки согнули колени. Колени висят. И перешли в планку нижнюю. Перешли на пятки. Можно пятки поставить. Вдох. Планки. Выдох. Можно коснуться. Вдох. Планку. Выдох. Или касаемся. Или планка. Вдох. С левой ногой вперед. Выдох. Назад. Вдох. Правая нога вперед. Выдох. Назад. Вдох. Левая нога вперед. Выдох. Сгибаем, разгибаем руки. Вдох. Правая нога. Выдох. Назад. Вдох. Левая нога. Выдох. Назад. Вдох. Правая нога. Выдох. Назад. Вдох. И ложимся в позу ребенка. Вдох, выдох, длинный вдох, длинный выдох. Расслабляемся. Отпускаем напряжение. И с этого момента начинаем замедляться. Такую заминку. Заминку делать. Заканчиваем. Мы будем заканчивать в перевернутых позах. Поэтому поднимаемся. Собаку головой вниз. Выдох. Втянули живот. Правая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Вирабхадрасана. Наклон. Вдох. Наклон, выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Комплекс стоячих асаны переходов мы сделали. Ноги ширина таза, садимся. Как асану. Посидим здесь, подышим тоже животом. Животом дышим, вдох. Выдох. Втянули живот. Попробовали растолкать колени в стороны, вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Хорошо. Руки теперь вверх. Вдох. Выдох. Поднимаемся. Ладошки ставим перед собой. Ножки вместе. И также коленочками захватываем. Подмышками где-то. Пробуем перейти позу журавля, бакасану, в том варианте, который получается. Вдох, выдох. Дышим. Вдох.
Или подходы делаем, выдох. Можно посмотреть вперед, опуская вниз таз. Поставить ножки. Садимся. Ну и здесь мы, судя по времени, начинаем ножки вверх поднимать. Ложимся. Ножки вверх. Носочки на себя. Вдох. От себя. Выдох. Вдох на себя. От себя. Выдох. На себя. Вдох. От себя. Выдох. Ноги и руки вверху. Встряхиваем. Трясем. Хорошо, встряхиваем, хорошо встряхиваем. Тоже обязательное ежедневное упражнение. Капиллярное встряхивание. Обязательное. Еще 30 секунд. Для эффекта, для получения эффекта минимум минута. Минимальная минута, чтобы кровь успела пойти вниз от периферии к центру. Венозный отток мы вызываем таким образом. Застоявшуюся кровь, капиллярчики, всякие там, скажем, зажатости, блоки, уплотнения в мышцах. Встряхиваем, кровь начинает лучше двигаться по системе, по большому кругу, да? Хорошо, остановились. Остановились, почувствовали. Почувствовали энергию тела. Энергетизация тела. Теперь руки за головой. Ножки, носочки на себя. Начинаем крутить ступнями, как будто бы на потолке мы. На диске стоим, да, и крутим вправо-влево, вправо-влево. И можно приподнять голову, сжимать правый бок, левый бок, вправо-влево. Также сгибаем ноги, то же самое. Правый, левый бок поджимаем тоже. Миофасциальный релиз вот в этой позе очень хорош. То есть, что это значит? Мы высвобождаем различные блоки в позвоночнике, в пояснично-крестовом, пояснично-грудных переходах. Хорошо, живот здесь у нас включается. Дальше вытягиваем ножки. Ноги, руки вдоль туловища. Вдох, подняли ноги. Выдох, опустили. Вдох, подняли еще выше. Опустили, таз поднимаем. И теперь в халасана. Вдох. Шавасана. Выдох. Один. Руки могут быть за головой. Два. Вдох. Выдох. Ноги не бросаем. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Шесть. Вдох. Выдох. Семь. Вдох. Выдох. Восемь. Вдох. Выдох. Девять. Вдох. Выдох. В халаса не остаемся. Вдох. Держим, выдох. Халасана, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ножки вверху, руки вверху стряхнули. Поставили стопы возле таза.
таз вверх, руки за головой, подошли лопатками друг к другу, сделали замок под тазом, еще подошли лопатками друг к другу, сделали захват ног, захватили ноги, вдох, толкнули таз вверх, выдох, все расслабили. Легли. Легли в шавасану. Несколько глубоких дыханий, как вздохи, вдох, выдох. Глаза отпускаем, вдох. Глаза проваливаются внутрь головы, выдох. Чувствуем, как мышцы расслабляются, вдох. И все, отпускаем, выдох. Давайте руки в стороны сделаем, стопы возле таза, правую ножку вокруг левой завернем, и вот эту таз чуть-чуть правее, таз, колени влево, вот эту еще позу мягенько. Ладошка левая на колено, правая лопатка на полу, смотрим на правую руку. И опять как шавасана, вдох. Так в шавасане, выдох, все, отпускаем, 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 отпускаем. Вдох. Выдох, отпускаем, отпускаем, все, глубже, глубже, заходим в расслабление, вдох. Выдох, чувствуем, как внутренние органы брюшной полости скручены приятно, поджаты. Хорошо, возвращаемся. Таз на место. И левая нога сверху. Закрутили. Если не получается, тогда просто колено сверху ставим. Да? Если получается закрутить, левое колено сверху. Если закрутили, то левое колено сверху тоже. Левая нога. Таз чуть-чуть левее, колени вправо. Колени вправо. Скрутились, дышим. Лопатки расправили в стороны. Правую ручку на колено. Вдох. Выдох. Отпускаем, 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 отпускаем. Вдох. И еще отпускаем, отпускаем. Выдох. Важно расслабиться. Вдох. Выдох. Хорошо. Если одна из сторон у вас более такая тугая, можно остановиться. Вот у меня вот эта сторона, ну, как бы хуже раскрывается, и мне хочется задержаться. Если у вас такая есть сторона, туда скрутитесь, или в эту, или вот в обратную, да, вот которая, ну, куда есть перекос. И нужно как бы выравнивание такое сделать. Понятна идея? В ту сторону, которая хуже крутится, ну, скручивается, где лопатка поднимается, колено не опускается. Туда надо больше расслабления, больше времени выделить. Хорошо, можно потом самостоятельно как бы пораскручивать свое тело. Ножки, таз на место, ножки расплели. Угу. Вытянули. И еще три дыхания. Вдох. Шавасана. Выдох. Отпускаем. Вдох. Отпускаем. Выдох. И еще вдох. Отпускаем. Хорошо. Коленочки вверх, взяли себя под колени, потянулись вперед, сели. Сели и проверили, насколько сейчас, вот после всех вот этих гимнастических действий,
насколько сейчас удобнее сидеть. Есть такое? Удобнее сидеть? И мы здесь три дыхания. Вдох. Отпускаем. На вдохе вырастаем. Отпускаем. Чувствуем, что происходит. И еще на вдохе. Вырастаем. Выдох, стекаем в седалищные бугры, разворачиваем ладошки вверх. Гьяна мудра, мудра знания. Большие указательные пальцы включили и затихли. Минутная медитация. Просто сидим в тишине и наблюдаем. Наше время посидеть в тишине, ничего не делая, это такая непозволительная роскошь. Надо же бежать, надо же делать, надо же что-то достичь. Надо же обеспокоиться тем, вот наши все, вся, ну, скажем, техногенная, деструктивная способ и вариант развития нашего общества, человечества, техногенный, да, вариант, не развитие благости, а техногенный, он предполагает гонку, предполагает достигательство, предполагает накопительство, предполагает много-много разочарований от недополученного чего-то. Всегда есть где-то лучше, то есть сравнение, дуальность и так далее. Поэтому эзотерики особо не нужны вот таким, ну, такой цивилизации. Что с них взять? Они остановились в моменте и кайфуют. И вот нам надо соблюдать баланс. Мы живем в этой цивилизации во всей. И одновременно кайфуем от того, что живем. И можем что-то действовать, что-то делать, действовать. Вот. Ну что ж, дорогие мои, желаю кайфового дня. Запустите, можно свой день представить по традиции, кто вот уже занимается, я уж это не говорю. Запускаем энергию и вот это благочестие, доброчестие и хорошее настроение, хорошую вот эту энергию, как намерение запускаем на свои дела. Дела могут быть планетарного масштаба. Ну, то есть пожелания и намерения. Счастья всем чувствующим живым существам, избавления от страданий всех живых существ. Или, ну, например, там спина болит, или нужно какой-то договор подписать, или кому-то помочь, маме, родителям, там, друзьям и так далее, детям. Все, что угодно, все это работает, просто нужно поверить в то, что это есть, то, что это реально можно использовать. Ну что ж, я закончил. Можно помахать мне рукой. Кто готов, кто доволен, у кого есть улыбка. Спасибо. Думаю, что эта запись этого занятия принесет пользу. И поделитесь тоже, кому не лень, своими впечатлениями. До завтра. Завтра занимаемся. Будет, скорее всего, дыхалка хорошая. Все, пока.